Добрый день, коллеги! С вами Ирина Хмелевская, и сегодня я хотела поделиться с вами новыми идеями и рассказать про то, как выбрать гуру. Вчера вечером я приехала с волшебного острова Ибица, на котором просто потрясающая вода, на котором много солнца, где я была со своими друзьями, которые там живут постоянно, и они показали мне самые красивые пляжи Ибицы, самые красивые места. И мы даже съездили на остров Форментера, соседний остров Форментера, куда я тоже рекомендую всем-всем-всем попасть. Итак, что сегодня? Как выбрать гуру? Как вообще выбрать из многочисленных предложений, которые вам сейчас предлагают, того, кто поможет вам, кто вам действительно поможет зарабатывать те деньги, которые вы хотите? Как выбрать того, кто вам поможет выстроить психологическую практику? Такое количество курсов. Просто ну, невозможно. Я сама читаю, я так и думаю, о, сторителлинг, пойду на сторителлинг. Если бы сторителлинг, один только сторителлинг, если бы один только сторителлинг помогал привлекать клиентов и зарабатывать минимум 100 тысяч рублей, то я бы с удовольствием согласилась и сказала вам, да, ребята, идите на сторителлинг, конечно же. Если бы создание ботов, например, создание ботов, либо создание воронки продаж, либо создание вот этой вот лидогенерации, что-то там еще, какие-то вот эти все сложные термины тоже помогали бы вам привлекать клиентов, находить клиентов, получать свои минимум 100 тысяч рублей, то я бы сказала, да, ребята, конечно, идите туда. Так как я за эти 7 лет, с тех пор, как я создала вот эту книгу, я занимаюсь этим уже 7 лет, прошла просто бесчисленное количество курсов, выбирая и собирая по частичкам, по крупичкам, то, что подойдет именно мне для моей практики, то, что подойдет мне именно в плане продвижения как психологу, в плане работы с клиентами, в плане работы с психологами. Если бы только вот какой-то один курс подошел, то я бы рекомендовала вам пойти туда. Но, к сожалению, такого курса нет. К сожалению, здесь нужна система, полностью выстроенная система продвижения именно психолога, себя как психолога. Я не знаю таких курсов, подобных моему, потому что я себя считаю самым лучшим специалистом в этой области. Как бы это громко ни звучало, но именно со мной психологи начинают зарабатывать. Именно со мной психологи становятся более уверены в себе. Именно со мной психологи зарабатывают по 100 тысяч рублей в месяц. Именно со мной психологи учатся выстраивать систему. Систему. Я системный человек, я отработала всю жизнь финансовым директором, аналитиком, экономистом, аудитором. И я системный человек. Я люблю практичные методы. Я выстроила эту систему и добавила туда американского маркетинга, добавила туда то, что дает Андрей Парабеллум в коучинге, добавила туда сторителлинг Аннет Симонс, добавила туда еще огромное количество фишек, которые я прочитала за 7 лет в разных книгах, прошла в разных курсах. Потому что это моя тема, это моя тема, это моя любимая тема. Я могу проснуться в 5 часов утра и сказать, о, да, лекция Фрэнка Керна, я пойду слушать Фрэнка Керна. О, да, лекция Дэна Кеннеди, я хочу слушать Дэна Кеннеди. Да, я засыпаю с лекциями Андрея Парабеллума. Да, я читаю огромное количество книг. Но для того, чтобы собрать все это в систему, мне понадобилось 7 лет. 7 лет. Мало того, это все меняется еще очень быстро. Если вы думаете, что вы действительно пройдете какие-то курсы, и это вам поможет, вперед! Расскажите, поделитесь действительно результатом. Мне интересно знать вообще. Вот можете прямо в комментариях написать, сказать, Ира, я прошла вот эти курсы по Яндекс.Директу, и мне это помогло. Либо еще мне очень нравится вот это вот коронное «вложить деньги в рекламу». Это просто, вообще, это просто вот выброшенные деньги на ветер называется. Это, если вы захотите выбросить деньги, то не вкладывайте их в рекламу. Пойдите, лучше подарите, вот, я не знаю, там, фонду «Старость в радость», там, любому благотворительному проекту, отдайте эти деньги им. Потому что все, что вы вложите, вот просто выбросите в рекламу, или заплатите человеку, который настроит вам таргетинг, это будут выброшенные деньги. Если у вас нет контента, если у вас нет системы, и вы не знаете, как продавать по системе, то это будут просто выброшенные деньги, ребята. Они у вас есть лишние? Окей. Выбрасывайте. Окей, вкладывайте. Когда нет системы, это не работает.
ни одни курсы по отдельности не работают. Кроме того, не работают курсы, которые не у психологов. Вот прям, вот 100% даю, что они не работают, которые у не психологов. Если вы пришли учиться к маркетологу, если вы пришли учиться к человеку, который не занимается психологией, что бы он вам ни говорил, что бы он вам ни советовал, это будут советы маркетолога, которые настроены на коммерческую продажу. Психология так не продается. Ребята, психология — это тонкий мир, это тонкое создание отношений с клиентами. И это тонкости, это нюансы. И это то, чего не знают люди, которые занимаются продажами, к сожалению. Если вы найдете специалистов похожих, которые выстраивают такую же систему, как я, у которых такие же результаты, как у меня, кидайте в ссылки, мне тоже будет интересно познакомиться с этими специалистами, потому что, возможно, тогда мы создадим какую-то партнерскую программу, и я смогу увеличить достижение своей цели 1000 психологов, вырастить 1000 психологов, которые зарабатывают по 100 тысяч рублей в месяц. Мне интересно партнериться, мне интересно, когда все выигрывают, мне интересно, когда все в мире счастливы, и все в этом мире вокруг меня улыбаются, благополучные, могут зарабатывать и тратить свое время на то, чтобы провести его с семьей, провести его с друзьями, с близкими, чтобы помогать родителям, чтобы путешествовать, чтобы купить себе красивое платье, чтобы пойти еще на какие-то курсы и поучиться чему-то именно в психологии, а не в маркетинге. Потому что жалко, просто жалко времени тратить на то, чтобы учиться маркетингу, когда можно поучиться еще в психологии. И я вас прекрасно понимаю, именно поэтому курс 2,5 месяца, всего 2,5 месяца. И за 2,5 месяца вы узнаете эту систему. И за 2,5 месяца вы учитесь продавать свои услуги обычным людям, не психологам. Если ваши клиенты — это обычные люди, конечно же. Если вы хотите работать с психологами, то вы можете продолжать говорить с ними на языке психологов, и тогда они будут приходить к вам. То есть ваши коллеги, они будут приходить, и они будут реагировать на ваш психологический язык. К сожалению, да, про эту ошибку я очень часто говорю. Психологи продолжают говорить психологичным языком. Итак, как выбрать своего гуру? Найдите того, кто прошел уже этот путь. Найдите того, кто точно знает, как пройти этот путь. От обычного психолога, который закончил университет, до того уровня заработной платы или выше, или часов. Тот, кто делает что-то, что вам нравится. Возможно, у кого-то уже есть какие-то онлайн-школы, онлайн-курсы, либо вот, ну, как я, там, путешествует кто-то, будучи психологом, опять же, будучи психологом, будучи коучем, и выберите именно этого человека. Выберите того, кто нравится вам. Выберите того, кто импонирует вам. Сделайте что-то. Не ждите. Сделайте что-то. Всем ромашек. Задавайте свои вопросы, пишите комментарии. Счастливо, коллеги!